привет, это рубрика «Всей семьей», и мы гуляем. Мы гуляем всей семьей с нашими друзьями вместе под названием Сурупи. О, у меня даже есть папарацци. Классно. Короче, здесь очень красиво, и у меня возникла идея. Я сделала фотографии некоторых интересных мест, которые мне понравились, и хотелось бы поделиться этими фотографиями с вами. А так как всю природу создал Господь, то мне хотелось бы еще добавить некоторые места из Писания, которые, как мне кажется, подходят к этим фотографиям. Итак, дорогие друзья, мы съездили на природу, сделали несколько интересных снимков и поразмышляли о Боге. И теперь я предлагаю вам сделать то же самое. Съездите всей семьей куда-нибудь, в центр города, на окраину города, за город, на дачу, неважно, куда-нибудь. Прогуляйтесь и сделайте несколько снимков. 1-3 снимка. И поразмышляйте, какое место из Писания подойдет к этому снимку. Также с нашей поездки я привезла кое-что. Такие большие-большие камни с морского берега. Вскоре мы сможем что-нибудь с ними сделать, смастерить. Я желаю вам Божьих благословений и того, чтобы мы смогли видеть Бога в окружающем нас мире и, соответственно, благодарить Его и славить Его. До свидания!